Передачу и забивает Истов. 1-0. Артем Зимин отличается, как я отмечал лучше по борде, Болков. Соня сбивает свой 9-й мяч и выводит свою команду вперед. Пропустили атаку. Мячик. Сейчас посмотрим, атаку потом расскажу. Ровно сейчас входит в штрафную площадь, обыгрывает удар. Хорошо, но всего 2 мяча. И прервалась, как и его основной команды встречал. Хороший удар в исполнении. Мало времени.
Давай, давай, давай.